Финра будет орать, вы не готовы. Ребят, я буквально минуту в туалет схожу. Пускайтесь быстрее, чего вы там так долго? Я тоже на минутку сейчас отойду. А чё поуфались вот эти вот пацаны? Шаман домой, алё. Так чё, у нас слот получается, чешу? Ну да. А пятая пати все хилы, что ли, или чё это такое? Рокстер холит приз. Два аршама, вот это дерево, да? А кески, хил есть? Давайте убиваем трэш, я разролю боях и перейду на рогу. Чтоб не бегать тут бесполезно своим, типа танков. Это ты рогатый бог? Да не рогатый я бог, ёб твою налево голову. Рогатый танк. Рога еще есть рогатый бог, я ему тоже 10 бычков помывал. Ну, у рогатых походу бывает, да? Ну да, я вот и думаю, это ты или главное, бог. Главное, чтоб жена одна не была. У меня котик такой, тоже рогатый. И вот знаешь, начинается вопрос, кто у кого сплагиатил, уже и непонятно. Не, ну типа, я реально его никогда не видел, но качался я, наверное, таки позже, потому что он уже собирал, когда я докачивался. Да, ты был где-то на 75-м. Ну чё, у тебя еще и сломали рог? Да. Так, никого не бери, я сейчас доберу людей. Я так не собирался брать, я собирался просто перейти за место своего танка. Я не знаю, выхилят ли они вчетвером. Нет, не выхилят. Чё, на шамарасе разоходить обратно? Ну, не знаю, на профи, когда взрывался слизень, от хилов почти не было. Очень медленно было. Как не было? Как только докастовывалось, сразу был. У нас просто понятия разные. Могу на поле креста зайти сразу. Я просто, я когда играю, у меня вот все 25 фреймов передо мной. Ну и реально рейд просаживался хорошо. Повезло просто, действительно повезло, что никто не умер. У рейда было по 10, по 25% хп после взрыва. По 2 секунды там. Ну не знаю, я хилил как мог. Ну, это же другое. Я вот на лане припотел, так припотел. Не врывайтесь, я сейчас всех соберу. Меня больше другой интересует вопрос, кто получит ачивку сейчас на Синдре заморозить рейд? Я. Какая ачивка? Есть, конечно. Не видела. А, раздается. Не, надо, видишь, поачивив весь рейд заморозить, вообще все 25. А, ну такого еще не было. Кстати, с блинком можно эту ачивку сделать изи. Кто там на момент решил повестись на это все? Не видите. Ну да, можно сделать вид, что ты выносишь метку, а потом линкнуться назад в последнюю секунду. Сложно. Сложно, наверное, заморозить прям вот всех 25 человек. Как
как минимум танка не заморозишь. Не, ну если всем рейдам сбежаться поближе к танку, то все нормально. Ну, уничтожай танка, ладно. Кружающего не получится. Это, наверное, даже не просто ачива, да, это же большое, великое достижение. Подвиг. Надо попробовать. Может, в следующий раз? Может, я подумаю еще. Подумай, подумай. А кто такой кокосик? Нет, я не имею. Какой-то дорога. Дорога была. Да уж сейчас добирали, он ливал. Сейчас опять бросится. Жит квест какой делал? А что он такой квест должен делать, чтобы... А, наверное, колье может хочет убить. Помню про боешки? Блять, да дайте боешки-то разролить и перейти, ёпт. Так, разроли? Чем тебе бой-то мешает? Ты тоже права. А что там? Ролим, дам. Ролим, дам тебе наруч. Косим не даем. Давайте ролим на ивент, пацаны. Ролим, ролим. 88. Лукасан 88. Что там еще падало с боя? Ок. А, ну да, мешок. Жемалин, че Желиман, кто ты, блин? Да, да, да. И самое вкусное. Смотрим, тоже выиграл. 93 Желимана. Кримхильда опять. Да, не дотянул немного. Лок, рад, забирай. Тут лок бежал забирать, я нафиренула. Значит, он отказался от колея до следующего второго. Тайки, да? Да, 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 лок, давай, подходи, забирай. Бежал, бежал, но передумал. Бежал, да, у меня есть же, он, ну нафиг. Ну нафиг, 15 косарей. Да ладно тебе 15, 12. Ну когда, иногда 12, иногда 17, иногда 15, беру средний. Это даже за 30-ку продают. Ого. Я беру среднюю цену, по которой еще беру. 15 кусков. Может, все здесь встанем сверху, а то... Кто-то ему уберите. Ой, ладно, релогаюсь, перехожу. Ого, у меня уже кто-то за 10к покупает. Ты рыло-то передай. Да, да. Ну да, ты где был? Ты кому? Ёбаный насос, Жора. Димон. Где-где? Ходил, гулял, курил.
А когда такого года, наверное, под эту песню тащилась. 2008. Ну я где-то в 2010-11. Что, родилась, что ли? Нет, песня меня это сводила с ума просто. А, родилась, бля. За сколько это лет сейчас выходит? 8? 10? В шкаф поставьте. У папа была собака, он ее любил. Чертов заяц. Она кусок мяса, он ее убил, да? Не, это нога напел, чертов зоофил, я его убил. Экзема, зема. Не стать тебе из чернозема. Нет, такое точно не слышно. Гейли, наверное, читает. А про Нагана песня, да? Ага. Про вас. Чё там, это самое, движняк какой происходит, не? Это самое. Холи... Расход, да? Холи пристом зайду. Вот это хуйня какая-то. Да есть же уже хули приз, зачем два? Ну, два хули приста, это нормально будет. Мне и так иннеров не хватает, еще хочешь, если позабирать. Мне эти иннеры не надо. Тогда ты не хули приз, если тебе не надо иннеры. Хули приз не надо иннеры, у него нету маны. У него энергия рум. Не захилят они, если что. Чё, кто релит? Давайте быстрее. Можешь начинать. Ну так давай. Всего внимания. Не у меня лидерка. У тебя. Так, у тебя все уже было. Никому давайте ассиста. Навара. Потеркаленко, ну. Не, он не зайдет уже. Да я могу. Рыба кому надо? Ну заходи, я просто не могу уже тыкать им. Наложение на каждую пати. Меня это вообще убьет, я просто офнусь. У меня уже в палате сидит. Тут 4 кнопки. Соберись. Сейчас маг зайдет. Ну нет, там какой-то чатовский. Надо было, чтобы наш оставался на шамане, было все четко. Но он в рейде. Он хилил Вальку шамана. Какого? Войт Хилл?
5 человек турка, это странновато, что мы тут. На кого напуливать? Мелиус? Окей. Ну, вдруг сменилось. Мы не вовремя спулили, не были готовы к херуе. Да не было даже команды на пул. Давай, Антихрист, поднимай Рокстера. Антивист. Он, кажется, не вот так. Он пока найдет меня среди трупов. Беги, малыш! Беги! Баланара такая же. Да падайте. Разворачивай. Давай, да, бля. На улице. Вообще шикарно. Короче. Ачива. Ачив кочи. Да, да, да. Да, глыба. Бля, не знаю, я... Ладно, беру свои слова назад, они не захили. По минус два. Сука. Минус два. Юбмэджик, речь на меня. Сова, короче, на притяжке вместо от Синдры бежать к ней побежала. Это было круто. Все. Яс, подожди, я свернулся просто. Да где Мэджик? Дреснул бы меня давно. Дрес, выворачиваюсь, тут работа еще есть. Ради мамонтов. Блин, это на смех пробило просто, капец. А как можно после притяжки бежать к боссу? Ну вот спросите у антивиста. Антивистова вам с научит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ибо ваша жалкая магия! Немножко вырубит этот дом. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, пищите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Стоп, слева вторая. Кого-то словил? Кажись. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Ваша жалкая магия! Антипод сможет. Чешки. Ты на гниле про... Я, короче, походу вылетел. Сейчас я вылечу, и склеп пропадет, походу. Кто-то может рост дать? Злой кролик или таргет? Шаманы, дайте еще один рост.
чего так все смотрят? Разбейте склеп. Склеп слева. Рог, ДК, маг, друид. Да. Блин, я не хочу уже. Давай просто без РЛ углубимся. Да, в тишине. Вон охотник шаман. Все поддыхают. Будем тихо топиться лучше. Я спалю чуму. Себе оставляй. Мана тебе не надо. Ну тогда отдай Гелору. Че не родится там сейчас? Отдай Гелору эту, что я смотрю. Ролик, Талик. Сразу Рокстеру отдавай, я писал, что на него ролит Али. Хорошо. Брат. Валька на кого-то садилась. Очень, очень полезно. Даже нет. Ты говоришь, нужно стоять. Допустили лича уже, начинаем бить. Я пока не могу читать это заклинание. Сумоньте теги-то. Рыбу поставила, кому надо. Слушай, можно здесь не релить, просто смотри. На первой фазе просто диспель чему, куда попало. На второй фазе один раз просто сказать, куда выносить лужу вот на вторых варках, и все. И стоять звезд. Как тебе идея такая? Да-да, конечно. Секунду, переставлю диспел. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Что надо баф дать? Бросить ледяную скорбь. 300 баф дайте, каску посови. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Оттуда. Здесь в чем дело? Я же принимал, готовился.
Лимошка, дай каску по шаману, по сове, слышишь? Можно кое-что скажу? Присты, не вешайте на себя щиты, я вам буду давать свой щит на вужу и на вынос чумы, он очень ускоряет ваше передвижение. Каску антипоцу, пожалуйста. Куда выносить? В небо. Блин, этот рейд оказывается лучше, чем у рейда молодой орды сегодня. Да, я был да в этом молодой орде. Классно, лок-лок попрыгал, классно, четко. И
знаю, что-то его не увидел, чтоб дать ему скрыни. Бля, только хотел сказать, что это трайл, блядь, ни к чему молодой орды. Как? Перехилида. Я не знаю, как отменить этот гребаный диван без определенного мода, с этим модом хреновым. Сука. Можно лужу вынести в центр, блядь. Отвлекли. Это самое, это тот лог был, который Багруху получил, Талик, да? Не, Багруху. Нет, Талик, он только Багруху. Ты Пенхильда, блядь, ты вменяемый вообще, нет? Ты сюда ходишь, чтобы смотреть в небо или что, я не понимаю. Ты можешь ответить? Ну в смысле, как не, ну причем тут все? Сейчас из-за тебя произошла такая хуйня. Ты лог, во-первых, стоишь на краю портала. Что ты там делал? Ты, блять, в людях в этих ты стоял. Что ты на них рассматривал? Трансмут, что ты делал? Ты мне объясни. Что ты так ступил? Ты сейчас поступил как нуб какой-то, который здесь первый раз. Ты этим взбесил просто. Ты можешь так не делать, блядь. Вы можете тактику прочитать перед тем, как сюда идти? Или вы сюда... Сука, вы хоть скажите, что вы не знаете нихуя, как честно, наконец-то нашел эту херню, блин. Он все, он уже все. Там знакомый был, на один драйв еще. Не, ну я думал, будет слаг на вот... Трома сквернение, но вот что-то вот такое. Сейчас вообще не повезло. Я тут. Кулак и каску антипоцу, пожалуйста. Мне бросить ледяную скорбь. Думаешь, тебе даже если есть кто-то скажет? Не рад. Короче, я походу последний трай. Если такая фигня будет служить, я, наверное, Alt-4 прожимаю. То надо уже идти. И уже для этого рейда и так много пронесли. На Синдру не хотели идти. Моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира.
А ты там делаешь, ну, шаман? Ты шаман, убери. Судя по всему. Ставьте кто-нибудь шамана в ТТ, считаю линк. Давайте рост, что ли. Я ему даже ускорение успел дать, нихера. Да. Это он был. Было бы. Процент. Я проморожусь.
Я от рулем там не была. Из тыла идти, блин, а кого? Вихрь, помощь тебе. Или расовый стан. Я хант. Подходишь своей расовой. Расовой. Слышишь, Снипфейс? Кинь ПСС на БДК на всякий случай. Простите, простите. Это нормально, что меня кто-то выкинул? Все, блин, это жесть. Так, я уже понял одну вещь, когда именно ты не релишь. Очень весело наблюдать со стороны вот эти слакеты. Непередаваемо, наверное. Этот антивист, короче, на него кидается лужа. Она раздевается, и он по краю по ней бегает, пока она не становится больше и не умирает. А вот это Кейски схватило в эту комнату, у него вообще 10 кхп. Не-не-не-не, там там по-другому было. Кейски, короче, он схватил, поднял воздух, и духи, короче, врезались в Кейски. Вот это прикол. Да, я же вот хилю, смотрю, в него дух прилетел, и тупо в него врезался, и его убило. Блин, это надо посмотреть, там же записал кто-то видео. Да, если бы мне маны дали, я бы уже убил лича. Ты звук тоже записывал? Если ты убьешь лича, то лута не будет. Не, не понимаю. Я в него швыряйся. Я просто не понимаю, как можно по мне просесть, я даже прилесил юзал за этот рай. Пипец, блин. Хули прислом. Прикольно, конечно, но напряжно давать. Щиты под осквернение бывает тупо нереально в хилботе найти за секунду человека. С осквернением на него кидается осквернение, но внешним кольцом выбегает в центр прыгать. Ну так я ему даже щит дал, чтобы он быстрее вылез. Что-то прыгает, умирает.
Я только зашел в РК, сука. Я тебя тут обзывал, нахуй. Сука, я тебя сам обзывал. Нежный персик. Нежный персик. Духов лич зовет в центре. Это как так можно, блядь? Танки, блядь. Ты тоже не умер. Ты тоже не умер, нахуй. Так ты в следующий раз вообще в центре стой, нахуй. Да, никто ж не умер. Мы знали, что плохо ладони потеют, да? Слушайте, народ, а был же такой момент, я помню, рейд, когда БДК, короче, на переходке пошел в зиму танчить лича. Не, помню, когда БДК улетел на шарики. Или когда продвигал страшно падал. Помню, когда фуриком, блядь, шарики ледяные бизнесы. Мне понравился, как Дикам, это, танчит трэш. Идет переходка на ту базу, и он говорит: ой, извините, я упал с трэша. Сука. Как можно так упасть с трэша? Споткнулся. Сука, ты, сука, за столько лет вот, столько косяков, просто неописуемо. Два Арктипса. Да, да. Аркус, блядь. И вот этот вот антивист, нахуй. Если кому-то надо будет, нахуй, не давай ему, нахуй. Давайте антивиста дадим один Аркус. Это вот, сова, который ты ускоряшку давал, да? Всем давай, но ему не давай, нахуй. РЛ, если что, я там на Рокстера ролил, писал. Да я помню, ты ему уже талики сролил, ты Рокстер... Ты Wind Magic просто пиздец как должен. Я знаю. Это так обречённо было сказано. Нихуй служи стоять, сука. Тактику иди почитай, блядь. Ты всё, он просто растерялся. Он не знал, куда выбегать, и поэтому... О, охотник шаман. Орел уже не сказал, куда выбегать, влево, вправо, он и не выбегал. Ну вот, Орел косяк. Ребят, спасибо вам большое. Это косяк Орела.